С ванной комнаты начался пожар в одном из домов села Молодежного. В деревянной одноэтажке, расположенной на улице Университетской, две квартиры. Дым повалил из окон во вторник утром. На адрес, с которого поступил вызов, огнеборцы прибыли через 4 минуты. К этому времени пламя перебралось на кухню. Там его и остановили. Никто из жильцов не пострадал, а вот повреждения в квартире существенные.